как я начала участвовать в конкурсах. В детстве я занималась фигурным катанием. И вот этого адреналина, этого участия в каких-то соревнованиях мне, наверное, не хватало в моей профессии. И однажды я узнала о том, что есть конкурсы по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. И в них можно участвовать даже тем, ну, кто молодой и еще неопытный специалист. И хорошо, ну, в моем пути встретился человек, который сказал: «А у нас есть конкурс, поедешь участвовать?» Я говорю: «Да». И это меня так подзадорило, и в конкурсах я осталась очень на долгие годы. Начиная с 97 года, включительно по 2010, я участвовала в конкурсах, и не по одному разу в год. И первые конкурсы, конечно, были сложными для меня, занимала я там последние места, но это еще больше подогревало научиться делать так, чтобы нравилось жюри, судьям, чтобы нравилось зрителям. И теперь, конечно, я все равно не могу расстаться с ними. Теперь я судья международной категории и по сей день сужу чемпионаты мира и Европы.